И ты начал зарабатывать больше, ты начал там что-то это. Вот это говорят, да, от женщины зависит, допустим, успех мужа, да? И когда ты, вот ты развелся и женился на другой, и твои доходы упали, ты явно что-то не нет, если ты женщина. Чего ты женщина? Я развелась, да, допустим, второй брак или третий брак. То же самое. То же самое, какая разница? Если ты выходишь замуж, и твое состояние улучшается и физически, и материально, значит, ты сделала правильно. Если ты вниз падаешь, значит, все плохо. Значит, все пропало. Это не твой человек? Это нет, это нет. Просто взаимоотношения. Он начинает с тебя жрать, и вы начинаете оба падать. Угу. Я сегодня не курю. И что надо делать таким? Да, что нужно делать? Когда падаешь? Да. Нет, допустим, когда падаешь. Надо менять женщину, мне кажется, или партнера. Если ты не женат, то этот. Если женат, тогда надо себя друг друга раскачивать.